Лучший в округе оператор по добыче нефти и газа работает в группе предприятий «Варьёганнефтегаз» нефтяной компании «Роснефть». Почетную награду нефтянику вручили в Ханты-Мансийске во время торжественных мероприятий, посвященных празднику работников нефтяной и газовой промышленности. Своими впечатлениями Олег Броцман поделился с нашей съемочной группой. Все подробности далее. Работа в нефтяной отрасли – сбывшаяся мечта Олега Броцмана, оператора по добыче нефти и газа, УНП номер 2 группы предприятий «Варьёганнефтегаз». Он трудится на верхней коле к Йоганском месторождении, которое считается драйвером группы и является кузницей профессиональных кадров. Сегодня специалист с десятилетним стажем – абсолютный победитель конкурса профессионального мастерства и лучший оператор по добыче нефти и газа в автономном округе. Укрупненный нефтепромысел номер 2 публичного акционерного общества «Варьёганнефтегаз». Я, конечно, очень удивлен, потому что такое количество претендентов, это на сотни предприятий наших, на сотни коллег моих, которые, наверное, имеют более большой опыт, и я со своим десятилетним стажем как-то умудрился занять первое место, но очень рад. Главная ценность большой организации – это люди, поэтому в группе предприятий «Варьёганнефтегаз», нефтяной компании «Роснефть» повышению профессионального мастерства сотрудников, их обучению и обмену опытом уделяется особое внимание. Для того, чтобы сюда попасть, естественно, он проходит такую, скажем так, хорошую подготовку. На предприятии делается немало работы для того, чтобы человек достойно позиционировал именно себя как специалист, как молодой сотрудник, как человек, который на самом деле в этой отрасли движется. Сегодня в «Варьёганнефтегазе» продолжают курс укрепления производственных достижений и рост показателей. Только в прошлом году нефтяники увеличили добычу более чем на 16%. Основной прирост пришелся на добычу газа, что является важным этапом в работе группы предприятий. Это стало результатом кропотливой работы большой команды разведчиков недр, геологов, специалистов по добыче нефти и грамотного подбора инновационных технологий, применяемых в работе. Евгения Ефременкова, Сергей Ваяшко, Вести Югория, Ханты-Мансийск.